Че там, стоп? Сколько выходить, ходить? Жить не по нам. На заправку прошли уже, бежим. А кто воюет? ДВшники, вы воюете? Нет. Где? Все, короче, габелом не выйти. 117-я высота у заправки. Так, 117-я высота у заправки, противник. Ага, ясненько. Бля, в идеале, если бы кто-то из вас по ЗУшке зажал, мы по нему прошли дальше. Мы сейчас залегли, нас не спалили. А где? Все, нас спалили, прощайте. Короче, пойдем по другому маршруту, парни. Сейчас я вам нарисую, как пойдем. Придумаем что-нибудь. Ну, парни, короче, на запад вообще не варят. Так, сначала пойдем по розовому. Смотрите карту все. Через запад не вариант, да? А, нет, на 117. А нам в любом, ну, на запад нам никак нельзя вообще. Так, вы еще не выехали второе отделение? Здесь лондак, да куда здесь лондак стоит. 5 минут прошло. Да и чё? Так остальные захватили КВшку. КВшку нет, не захватили. А вы можете выдвигаться, да, понимаешь? Да, да. Разница 5 минут, это просто для удобства нам. Хотим мы еще посидим. Хорошо, сидите. Я пытаюсь. Давайте собираемся. Все тут, нет? Слушка прямо ярче. Аня. Нет, метки ставлю, они не откроют вообще повсюду, под камнем сидят. Так, короче, запад там конкретно. Все, все готово. Значит, смотрите, сейчас мы выбегаем, бежим вот в ту сторону. Компас нет, показываю пальцем вот туда. Северо-восток это будет. Там мы огибаем высотку. Затем идем на север по зеленочке, там зеленка должна быть, а не зина, на север вдоль дороги. Там асфальтированная такая хорошая дорога будет. А потом уже на запад. А с запада вот с той стороны, вот эти все высотки, вот эти, там везде противник сидит. Ну что, погнали. Дистанцию сделайте побольше между собой. Так, стоп пока всем, стоп. Сейчас я осмотрюсь быстренько. Меня слышно еще? Так, да. Давайте все за мной. Можно быстрее сейчас. Дорогу переходим. Все, вдоль дороги пошли.
Дистанцию, дистанцию. Да, это же... Какой-то дежавю. Так, все смотрим карту, где мы сейчас находимся, метку. Не все? Зашли. Все зашли? Интересно. Где еще? Вот. Грек, давай, давай, давай. А где Вайкер желтый? Вижу Вайкера. Все смотрим карту, чтобы знать, где мы находимся. Красная метка. Домик в зеленке. Давайте перекуриваем. 25 секунд. Как раз сейчас секундная стрелка дойдет. Еще секунд 15. А где мы? Красная метка, Громыч. Кто там работает? Бегом давай! Давайте, давайте вот за этот холмик уйдем. Нету желтой майки, да. Но он там стрелял, похоже. Нет, вишка была, да, это вот. Как это грек еще забыл? Это домик. От этого домика там надо куда-то между двух гор на юг пройти. Вот, видимо, здесь и есть. Левее сейчас вот забираем. Сколько мы нашли? Я не помню, блин. Сейчас посмотрим. 6 выживших нам. Опа. Вперед, вперед, вперед. Надо валить, валить быстрее. У нас есть 6 человек, нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть 6 человек. Черт, впереди ландак. Может, его заберем? Что думаете? Все подождали, все подождали. Аккуратно, я тут надо. Вот.
Завалил, завалил этого ушлепка. К тачке давайте. Кто живые остались? К тачку проверяйте быстрее, заводите. Все собирайтесь у машины. Там только патроны. Так, кто у нас живые? Что, нас двое, что ли? В тачку, быстрее все. Грузимся, грузимся, бегом. Все сели? Сел. У нас 5 человек осталось. Понял. Здесь осадок плохенький. Я взял, у них там тишина. Опа. Давай, наберешь, если что. А там могут. Надо быстро в лодку грузиться и рвать в красный триггер. А ты уверен, что нас не ждут? Ну, откуда я могу быть уверен, Морис? Это план у нас такой. Мы действуем по плану. А нам стрелы стреляли. Здесь пробуем. Лодки, блин, долбаные. Нет, а что, убили их можно? Нет лодки. Осматриваемся, осматриваемся. Где лодки? С этим, с пулеметом. У вас на машинах? Вот там. Давайте, давайте, давайте. Так, 163.99. Ну нет, мы на месте, здесь лодки должны быть. Ах, давай, погнали. Грузитесь быстрее. Да, погнали, погнали. Вот, походу, потоплены. Да их тут 8 штук должно быть. Хрен его знает. Не зря шевелились. Зря, да. Так, скидываю карту, дайте мне маршрут кто-нибудь. От нашего места встречи с лодками. А, секунду. Маршрут в красный маркер. У меня нет здесь красного. Вот что прикольно. На юге красный маркер, кругленький триггер. Где триггер? Нам нужно туда доехать. Надо маршрут туда кратчайший, более-менее безопасный. Впереди нас будут сейчас высокие камни. Бля. Шайтан. Да, да, да. Слева тип. Морис, не понял тебя еще раз. Поворот направо должен быть. Там прям дорога вдоль идет. Что, прям по дороге поедем? Вот, походу, поворот. Да. Вот он, да, вот он поворот. Ну да. Давай прям по нему поедем. Ничего. Хер ли он что-то. Надеюсь, там громы живые. Гильярчи не нужно заберем, это будет, скорее всего, надежно. Еще зонтик, кратчайший только, вот тогда пацан.
прямо поедем. Только скажи мне, где нам надо будет завернуть там или что, если что. Прямо, да, тупо проезжаем? Да, да, все время прямо уже там. Понял. Переулка, мы прямо дальше. Еще машина стоит. Молчала с самого начала почему-то. Не знаю почему. Я его завалил и сразу взял ДВшку, и ДВшка сразу молчала. Даже КВшки наших на карте, потому что мы за разные стороны. Будем надеяться, что нас пахнет. Здесь что-то пахает, блин. Так, Морис, мне сейчас надо с какой дороги выезжать? Морис. Принять. Откуда мне надо выезжать, скажи мне. Тинато. Восточно какой-то выезд мне нужен. Видимо, вот сейчас где-то влево, да? Налево? Да. Сейчас направо, да? Ну давай, немножко осталось. К воде. К воде вроде как едем. За что? Фражиков набил. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там вы найдете видео, которое скрыто на канале, анонсы, скриншоты и музыку. Ссылка в описании под видео.